Здравствуйте, это очередной выпуск видеоверсии сайта Tarantas News, и сейчас о росте продаж марки Volvo в России. Пресс-служба Volvo Car Russia опубликовала статистику продаж новых автомобилей компании за первый месяц 2020 года. Российские офисы продаж Volvo в январе нынешнего года смогли реализовать 281 новый автомобиль. Это на 41,9% больше показателя годичной давности. То есть январский результат 2020 года стал лучшим по сравнению с аналогичными месяцами, начиная с 2014. Лидером продаж марки в России за прошлый месяц остался среднеразмерный кроссовер XC60, который был куплен в количестве 88 экземпляров. Второе место у полноразмерного кроссовера XC90, который выбрал 81 россиянин. И замыкает топ-3 по реализации компактный кроссовер XC40, чьи продажи выросли в 2,1 раза до 41 единицы. На данный момент у меня все. Больше новостей доступно на сайте tarantas.news. Пока!